Нифига себе, Инфеникс, спасибо за, за пятихатку, это пипец просто от души. Себе. Спасибо вообще. Ого, чё? Надо говорить, да, ебо. Ребят, все, бухаем сегодня. Какие нахрен скины? Ребята, понимаете, что это значит? Вы понимаете, нет? Это значит то, что с сегодняшнего дня те вебаксы, которые я накоплю с этого режима, они пойдут все на розыгрыш для вас, на ваши скины. Прикиньте, это как, да? Вот. Я заработал 1000 вебаксов, 1200, например. Или даже 1500. Я куплю какой-нибудь легендарный или эпический скин именно для вас, в подарок. Вот это круто, вот это я понимаю, развитие контента. Ну, а сейчас наслаждаемся трейлером. Да, да, ребят, это вебаксы. Все, они наши. А зомбикам хуй. Ну, в комментариях можешь поздравить меня с покупкой. Делюкс версии даже. О, пришли в себя? Как голова? В норме? Это... Да дурак я, что купил Делюкс. Я еще, конечно, ничего не знаю даже. Неважно. Так, надо представиться. Я Лучик. Мы отряд поддержки командира. То есть были бы, если бы у нас был командир. И, ребят, до меня слухи дошли, то, что нужно пробыть в друзьях 2 дня, чтобы получить на розыгрыше скин в подарок. Так что я бы вот на вашем месте не рисковал бы. Так что бегом на стрим, когда он у меня запускается. Подписочка. Говорите, кто вы такие на стриме. И я вас добавляю в друзья. И вы, скорее всего, возможно, одни из тех людей, которые выиграют скинчики. Так что думайте, думайте. Я даже не раз думал бы, уже подписался, ждал бы стрим. Нажимал бы оповещение, чтобы уже было у вас. Ну, как хотите, короче. Но у нас будет такое, то, что если ты выиграл, и скин до тебя не может дойти, потому что ты 2 дня не подписан, не в друзьях у меня, то значит, не повезло, не фартануло, и мы заново разыгрываем. Так что извините. Да я же в ПВП разъебал это Валдыку Бури, так что это будет элементарно. Погнали. Или даже не размялся, а лучше размялся. Вообще элементарно. Как всегда. Ладно, ребят, самое главное, то, что ПВЕ куплено за... Сколько? За 2000. Вот 1100 собрали, 1000, ну, 1900 добавил. Ну, это как всегда, я же работаю все-таки. Я понимаю, что надо все-таки добавлять. Не так, что все за счет других делать ради себя. Так что давайте. Удачи на розыгрыше скинов. Ребят, и это еще не все. Вот, купил себе стартовый набор для PvP, который ходит Айрис.
Но это не для того, чтобы она мне как-то нужна. Не для нее, не для нее. Ну, такие неплохие, конечно, предметики. Вот это самое главное, 600 веб-баксов. Ради них я купил ее. Чтоб купить, как вы понимаете, вот именно его. Вот именно его. Хороший день. Хорошая покупка. Хороший подарок для себя. Наверное, последний. Так что не судите строго. Я просто дерзкий. Как раз ты для меня. Завтра поиграю. А что тут думать? Стрелять надо. Вот именно. Завтра будем гамматим. Спасибо, что меня терпите и смотрите.